Находится в городе Изобильном, то ли поселок Изобильный, то ли что. По-моему, город. Мы туда за коляской прыгать черной ездили, я помню. В этот раз я уже не поехала. Вот, и девушка, значит, передала такси. Вот этот. С Юлой на Юле я его нашла. Мне понравился, что он такой широкий, широкие колеса, как прорезиненные, что можно ездить спокойно по квартире. Он на нем посидел, он тягает уже. Спирта дома нет, надо еще спиртом протереть. Волос фу мамин. Цвет красивый, все вообще супер. Ему самый раз. Ну, у них колеса, вот я его помыла сейчас, вот они высыхают, и они такие, видно, они у него во дворе, они на нем ездили, ребенок. Чего только нет у тебя, сынок. Вообще, кстати, обкаканы. Жарко там, очень. Я теперь, блин, всегда, знаете, чтобы витамин D получить, ребенка на солнышке старались. Я старалась держать. Теперь не шарахаешься этого солнышка. Короче, у нас дождик вроде как должен пойти. Ну, во всяком случае, пока светит солнце. Вот тут. Купили Захарчику вот такую вот. Это бодик, конечно, самый большой размер, 92-й. Но, понимаете, бим-бинго. Мне очень понравилось, как взрослая такая, знаете. Я ему беру, чтобы расклешенное все было. Такая приятная ткань, очень мягкая. Дальше, собственно, зачем мы ходили. Такую я ему панамку взяла, потому что в той, в которой мы ходим, как шапочки, да, вот тоже на завязочках. Ну, что вот я показывала, что покупала. Мне кажется, мне уже жарковато. Это тоже, наверное, Baby Go. Да, Baby Go. Оки, его фрутоняня. Вот. Зубы у него болят, у него там ужасная гематома здоровая. Я ему взяла вибуркол, у нас уже закончился. И такие салфетки себе взяла. Ни разу не покупала, не пробовала. Ой, блин, заклеилась вот эти вот лактоцит. Что, Брюс? Брюс попрошайка. Вечный. Яйца, что ли, пожарить? Так, давай, сынок, я тебе сок налью. Баклажан, помидор, лук, это баклажан, все видно, и яйца, вот. И чай, пока Захар спит днем, я смотрю YouTube, обрабатываю. Отправила мужа я этот магазин, о, какой тяжелый. Ну, я плохо себя чувствую. Обычно уже давно, уже, наверное, больше полгода я все сама очень таскаю, стараюсь ему помочь, чтобы с работы он не бегал лишний раз. Ну вот, в этот раз опять он купил торт. Я ему говорю, зачем ты купил торт? Он говорит, ну, чтобы ты добренькая была. Какая добренькая? Я говорю, я уже 80 килограмм вешу, это же капец. Ну, шутку так. Сейчас Захарке налила сок, но мне надо ему... Вот это растворить таблетку ацикловир. Садится зарядка, как всегда. Крылья цыпленка. Голень цыпленка. Только этот упаковали, что ли, уже. Ну, оно не замороженное. Лук, огурцы. Лук. Черри. Почему-то обычно черри только зимой беру.
и две картошки, чесночный соус. Зачем эту ерунду брать, блин? Колбаска маленькая, докторская. Сейчас мама помидорчики помоет и тебе целый в рот даст. Так, ну что, я сварила фасолевый супчик. Не консервированную, а вот обычную фасоль. Засушенную. Ой, все. Что-то вода как красная стала. Сейчас на соль проверю, прокипячу. Два бедра вот сюда. Мясо, мякоть. Одно осталось. Бульон варился на трех бедрах. Сейчас одно уже съем сама. Вот и будет мой весь обед. Для похудения Захарку надо покормить. Захарку. Жиросжигающий якобы, да? Который нифига не помогает. Но он как бы энергию дает. Я заметила. Та-дам! И торт. С надеждой на то, что все, что сейчас съестся, да, благодаря чаю не отложится. И Захарка пьет свой сок. Не, нам сейчас... О, кайф, да. Дождик прошел. Обжариваю картошку. Закинула обувь стираться. Видели когда-нибудь такое? Надоело. На балконе лежала, вся в пыли, грязная. Мужу это вообще воняют. Сандалии его прошлогодние. Рабочие, такие легкие, никакие там не особо дорогие, вот там до 1000 рублей. Работу ему пойдет ходить. А вот на выход, конечно, покупать надо будет. Так, пены много. Полоскать как бы полоскание на... Не знаю, поставила синтетика 40 градусов. Уж я не знаю. Не знаю, я тоже начинаю бояться. А вы знаете, в интернете есть такие фотки, когда, типа, если порошок наливаешь. У меня Фаберликовский этот порошок насыпала. Не порошок, а шампунь, когда... Я шампунь не наливала, налила, насыпала просто сухой порошок. Ну, красота. Как хорошо, что есть стиральная машина. Я пойду, знаете что? Пока стирается. Убрала здесь все. Правда, оно все пришло вот сюда. Достала тренажер свой фирмы Супра. Нашла. У себя вот такой вот масло жожоба с Египтом. Помпочку такую она в наборе шла. Ну и намазываю, значит, вчера пера сделала. Захарка не дает ничего делать. Настоящее масло жожоба. Вот. Блин, сейчас жужжат, конечно, будет. Я не знаю, даст он, не даст этот заниматься этим. А тренажер поближе вот покажу, если кто-то не видел. Вот такой у меня Супра. Знаете, по-моему, в том году я делала живот. Это мое проблемное место, висячее, да, висячее брюхо. Но я где-то месяц делала, ничего не помогло. Поэтому я не знаю. Это новостройки, тут новые районы в Ставрополе. Видите, высокие, высокие дома. Я была вот сейчас в этом магазине. Так, молодая картошка. 2 килограмма, это 100, за 140 она вышла. Зачем 70 рублей вешать? Странные люди такие. Вот, помидоры. Хорошие. Блин, колбаску мы не купили. И сыр не купили. Так, это сметана домашняя. Я ее, конечно, люблю. 100 рублей, блин. Баночка сала.
А ты тогда другое, да, сало брал? Попробовать взял. Это язык. Язык свиной, да? Кабачки, лук. Кабачки 30 рублей килограмм. 2 пакета клубники. 150 рублей. Краснодарская. 150 рублей килограмм. Захарный компот надо сварить. Такая. Типа мелкая. Но она черти чё. Посмешала все. Так, это лекарство. Там Томверда взяла брызгать десну. Присыпку захарки. Обычная. Грамидин тоже для десны взяла. Ну, там тут и в этом написано, что при гингивитах, стоматитах, в общем. Я аквамарис свой взяла. Аквамарис стронг. Зачем делать такую большую банку, если в ней половина? В аптеке вообще цены. Там мы были в самой дешевой аптеке, она вышла на 1500. А, ну там еще подгузники. Вон они. На нашей новой коляске еще не катались ни разу. Фу, воняет, надо лоток помыть. После стирки обувь валяется, чай. Потом соки. Это компот. Вишневый с яблоком. Взяла Захарка, чтоб поел горошек. Еще сок. В общем, здесь 2 хлеба и морковка, и лимон. По-моему, все. У тебя полоски белые на штанах. Коляска белая. Красивая, да, коляска? Да. Новая тачка. И ребенок там. А, ну, она, он припал, наверное, его надо еще подтянуть. Что у нас нет света? Вот видите, это черное пятно. Ничего не видно. Короче, уже слева, здесь наш дом. Свет выключили. Вот здесь, видите, есть свет. Не знаю теперь, как домой идти, потому что не работает лифт. Вспышка это дает, она только наперед дает. Кинчик, маме, новые колясочки. Нет, тебя я не снимаю. Вот твои новые кроссовки снимаю. Целый час света не было. Даже, может, больше. И потом лифт не работал полчаса, пока лифт заработал. Вот это мы дали. Фу, Захарка. Хорошо, хоть он спал, в коляске уснул. В общем, хотела вам показать клубнику с мороженым. Очень вкусно. Мороженое, конечно, растаяло. Вот такое мороженое. Не знаю, в магните какое было, то и взяли. Пока гуляли, естественно, ни воду же ничего не взяли. Мне уже стало першить в горле. Нос отек, и произошли. Вот боржоми взяла в аптеке последние деньги. Что-то какое-то странное. У меня этот... Экран сейчас есть все, ну, как темное было. Конечно, надо продавать этот телефон. Я с вами покажу, какой я вчера купила бальзам. Вот этот.
Листерин фигня. Вообще фигня. Такой бальзам. Курс полного глубокого оздоровления десен. Якобы эффект первого применения, но это и ладно. Я вообще искала вчера, весь вечер мы гуляли, как у нас свет не выключили. Видели в доме, мы не могли попасть целый час, даже больше. А, тут, в общем, этот бальзам запомните, это калина. Тут наклейка, вот калина. В общем, у меня до удаления зуба опять, значит, 5 зуб, которые ремонтировали в январе, опять болит. Возможно, там опять гной, вот это все дела. Сейчас буду убираться, мы только проснулись. Захаркин, дай компот варить. Ну и что я хочу сказать. Я вот им полоскаю, гораздо легче становится. Ну, конечно, все не то, но легче. 23-е сегодня. Завтра 24-го у Захара стоматолог. Я не рассказывала, да, стоматолог, ему должны удалять, разрезать десну, у него большие гематомы. Ничего не получается. Не вылазят сами зубы. Никак. Господи, посмотрела блогершу. Да? У которой разболелся зуб. Я хочу сказать, что не стоит посмотреть, что со мной такое. Это лечится вообще, нет? И у меня тоже начинает... Верите, нет, по поводу лица. Я поставила передачу, где Андрей Губин, «Зима, холода, одинокие года», вот это, да? Он рассказывает, что у него болит лицо, ему никто не может помочь, он все свои сбережения на лечение потратил. И у меня тоже заболело лицо, вы представляете? Вот как это так? Я жду программу, песни. «Дом-2» я больше не смотрю, мне «Дом-2» не нравится. То, что они все как-то постанова делают, участники. Мне нравятся простые участники, как были раньше. Вот Ябаров, Габозов. Они должны быть простыми. Дача? Это был персональный перформанс. Так, это наш завтрак. Сегодня у нас колбасы нет, закончилось, сыра нет. Вчера варили язык, да? Это вообще читерство. Это просто терновой номер 2. Это язык. Не ходил, не занимался, они там ноги свои. Это сметана домашняя. Я люблю домашнюю сметану. А тут пришел, принеси, подарил цветы, как бы все забрали. Нехорошо. Надеюсь, его судьба накажет. Пиво. Вот такую сумку на пояс. Но в нашем городе я просто же мало где хожу, да, вот в своем районе уже как-то вот за Харькой таскаемся. Даже на автобусе вот стали потихоньку ездить. Ну, все равно куда-либо в какие-то магазины я с ним не могу пойти, потому что он убегает просто-напросто, с ним на руках тяжело очень. Ходить по магазинам. Я вот показывала, да? Вот этот бутик, мы ездили в другую часть города. Эта сумка носится на... В общем, вот так. Пойдемте покажу. На сиськах. Всем привет. Видно меня? В общем, она вот так носится. Вот так. Ну, вот и представьте, что я одела, и она вот так вот носится. Если на вот этом ремне, который есть, я похожа на кондукторшу. Ноги носят все-таки высоко, прям на поясе. Да, вот. Я же, наверное, и на бок. Потому что ну, спереди это вообще как кондуктор, мне кажется, вот как-то на бок есть. Вообще, когда с ребенком гуляешь, как оно уже будет, так и будет. Вот, она вот здесь, вот, значит, мне надо ушить вот здесь вот. Вот здесь ушить не надо. Домой. Я очень хотела эту сумку, и когда у меня разболелся Захар, не трогай мамины. Это единственное, что у матери осталось. Оставьте их в покое. Все. Надоели уже. Все. Вот разболелся зуб, и я думала покупать, не покупать. Это я. Вот этот лишний карман. Вот это еще можно оставить, да, там.
Он очень вместительный. Мне нужно туда будет аквамары сложить, телефон, деньги, паспорт. Считайте, ребенка вытирать. Ну, водичка, конечно, сюда не влезет.